Интернестрком вернет 20% стоимости IPTV и цифрового телевидения за июль. Были жалобы на качество картинки российских каналов. Она рассыпалась. В последнее время абоненты цифрового и IP-телевидения столкнулись с общей проблемой. Во время трансляции программы картинка сыпалась, превращалась в пиксели, а порой и вовсе исчезала секунд на 15-20. И такая проблема не только в Приднестровье, она во всех странах, где транслируются российские спутниковые каналы. Причина – технические неполадки. Возможно, сигнал с российского спутника-ретранслятора глушат соседи. Компания «Интернестерком» приняла решение произвести перерасчет средств за июль месяц за цифровое и IP-телевидение в размере 20% от стоимости оплаченного пакета. Перерасчет будет произведен 31 июля 2023 года. Средства будут зачислены на лицевые счета абонентов. В Приднестровье каналы не глушат и не запрещают. IDC дает возможность смотреть все. Российские, украинские, молдавские, белорусские, британские, американские телеканалы. Всего более 200. В Молдове, например, закрыли 6 русскоязычных телеканалов. Там под запретом любые информационные и аналитические программы российских федеральных телеканалов.